естественно, супы. И торговая марка Рундели – это соусы – брушетты, чатни и песто. Данные позиции представлены в гиперглобусе, в Ашане. Пользуются большой популярностью и большим спросом. Рейтинг продаж по данным позициям высокий. Хочу отметить, что торговая марка «Корони» – это итальянские макароны, которые отличаются своим качеством тем, что они непосредственно, их мельница находится на территории экологически чистой, что сказывается на качестве макарон. Данные макароны не развариваются, то есть сколько бы их ни варили, они не развариваются. Есть детская серия, это детальки. Есть крупные для фаршировки и обычные макаронки. Это и фузили, и кефири, и пенеригаты, и ригатони, и пепперигаты. Лингва де пассера и спагетти данной торговой марки пользуются большой популярностью. Придачу к ним, как дополнение, идет брушетта или песто. Также хочу отметить, водка-соус – это новый соус. Подается в горячем виде, с макаронами. Преимущество его в том, что он отличается вкусом присутствием сыра. Сыр очень хороший, ароматный. Из спилвы томатной остался болоньезе, который, как выяснилось, российский потребитель очень полюбил и расставаться с ним не хочет. Приглашаем здесь сотрудничество. Приходите, будем очень рады всем.